меня зовут Солнце, и это уже пятый выпуск рубрики «Знаменитые подростки». Уже пятый выпуск, у нас маленький юбилей, ура! И я думаю, мы вправе все вместе сейчас задуть свечи на этом торте и загадать еще много-много ярких подростков, про которых можно будет снимать эту рубрику. Ну и плевать, что торт нарисованный. Будем беречь фигуру. Итак, в пятом выпуске я расскажу вам о девушке. Фух, наконец-то! А то я уж было подумала, что парни намного талантливее, чем девчонки. И пятый выпуск о Кейт Клэп. Не знаю, насколько правильно девочке-видеоблогере снимать видео о девочке-видеоблогере. Однако Катя – это тот человек, которого я всегда буду уважать за его деятельность. Я не понаслышке знаю, что такое снимать видео и сколько сил и времени это забирает. Катя же в своих видео умудряется побывать аж в 4 образах. Основными ее персонажами являются Блэр, Кимми, Анна, ну и сама Катя. Каждый из персонажей обладает своим характером, ну и, конечно же, выглядит по-своему. А теперь давайте подумаем, сколько надо времени на то, чтобы накрасить, например, Анну или Кимми? А сколько требуется времени на то, чтобы придумать, снять и смонтировать вот это? Кстати, подруга, я не хочу тебя расстраивать, но у тебя определенно что-то на лице. Шаба, блин. Я всегда любила Анну за ее остроумие. О, боже мой, ты такая повторюшка. Кимми. Кимми, а ты кто? Я фея. Точно. Я, по-моему, ясно изъяснялась. Но теперь время поверить в Бога. Я думаю, что это не просто тихого уважения заслуживает, а бурных аплодисментов. Люблю, когда меня понимают с полуслова. И вы наверняка уже успели подумать, что на видео с 4 персонажами Катя и остановилась. Но нет, уверяю вас, на Катином канале каждый сможет найти себе видео по вкусу. Вы не знаете, какой фильм посмотреть на досуге? Рубрика «Киномашка» для вас. Привет, меня зовут Кейт Клэп, и это мой новый сегмент, который называется «Киномашка». Вы хотите весело скоротать время? Тогда обычные Катины видео – это то, что вам подойдет. Привет, меня зовут Кейт Клэп. А быть может, вы любите влоги? Или хотите узнать поближе Кейт Клэп? Вопрос-ответ от Кати Клэп. И все это Катя делает самостоятельно. Но давайте-ка вспомним, с чего все начиналось. Если бы мое лицо было пухом, тогда бы моя кровь могла выпить мое лицо. А сейчас у Кати миллионы просмотров и сотни тысяч поклонников. И всего этого она добилась сама. С каждым новым выпуском ее видео становились все лучше и профессиональнее, а смотреть их стало еще интереснее. Молодец, Катя! И мне кажется, вы уже знаете, что надо сделать. И нельзя не обратить внимание на то, что Кейт Клэп, не побоюсь этого слова, диктует нынешней молодежи моду. У Кати весьма интересные вкусы, и многие поклонники с удовольствием ее поддерживают. Ну, например, давайте подумаем, что же стоит на полках у юной девушки. Ну, наверняка это фарфоровые куклы, либо плюшевые игрушки. Однако у Кати любимыми игрушками являются статуэтки Фредди Крюгера и Битлджуса. Также Клэп и от моды на музыку не отстает. Ее музыкальные пародии на клипы известных исполнителей просто взрывают интернет. Я не ношу париков, я леди баба, детка, посмотри на меня. Не смейся, теперь вокруг, теперь плетаешь мой дом. Мир торжествует, новый тренд опять я вела. И если песня в оригинале тянет, скажем так, на троечку, то Катина пародия никого не оставит равнодушным. Ну и, наконец, брекеты. Кейт Клэп, пожалуй, единственный подросток, которая умудрилась из своих брекетов сделать настоящий бренд. Я помню, как расстраивались ее поклонники, когда узнали, что вскоре Кате снимут брекеты. В общем, эта девчонка в скором времени обязательно перевернет этот мир с ног на голову.
Кейт Клэп – еще один подросток, который, по моему мнению, заслуживает уважения. Все, чего она добилась сама. Мне нравится наблюдать за развитием творчества Кати, ведь она совершенствуется не по дням, а по часам. Катя очень красивая, талантливая и креативная девушка. И я не сомневаюсь, что ее ждет большое будущее. Ну а с вами была Солнце, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, а главное, не переставайте улыбаться. Пока!